Всем привет! У нас сегодня с вами четвертый день недельного меню. И, как всегда, по традиции мы начинаем с готовки завтрака. Сегодня на завтрак у нас будут конвертики из лаваша с сыром. Для приготовления данного завтрака мне понадобится вот такой вот тонкий лаваш. Я его уже порезала на квадратики. Кусочки сыра и одно яйцо. Будем жарить квадратики на сковородке. Приступаем к приготовлению. Ну вот и готовы наши конвертики, вот такие вот они румяные, и сыр внутри расплавился. Очень-очень вкусно получается. Также у нас еще будут йогурты, клубника, земляника, персик, банан и чай с лимоном. Вот такой получился на завтрак выходного дня. Нам приятного аппетита. Сейчас готовлю обед, и так как сегодня выходной, не очень хочется заморачиваться, если честно, с приготовлением чего-то такого посложнее, поэтому сейчас отправлю куриные голени запекаться, отварю макароны и приготовлю овощной салатик. Вот такой у нас будет обед. Готовить сейчас буду вот эти вот макароны. Точнее, спагетти цельнозерновые от Макфа. Будем пробовать. Вот так вот выглядит наш обед. Цельнозерновые макароны, овощной салатик и запеченная куриная голень. Приятного нам аппетита! У нас уже вечер, время ужина, но у нас сегодня обед был достаточно поздно, и поэтому как таковое ужинать-то еще никто не хочет. Но у нас, в принципе, осталось еще достаточно макарон, достаточно много куриной голени. И если кто-то захочет, то на ужин у нас будет то же самое, что и на обед. А я сейчас себе вот готовлю чай с лимоном. Я так точно, наверное, сегодня ужинать уже не буду. Сделаю сейчас себе чаек с лимоном. Вот, попью чай. И, возможно, съем еще мороженка. Так, у меня есть вот такое вот мороженое. Очень, кстати, вкусный пломбир. Так что буду есть мороженка, пить чай с лимончиком и обязательно посмотрим сейчас какой-нибудь интересный фильм. Ну и на этом у меня все. Увидимся с вами завтра. До новых встреч. Пока-пока! Thank you.